Борис Дубровский вернулся в Челябинск из командировки в Японию. Отменил все мероприятия и начал изучать мусорный коллапс в областном центре. Первой точкой маршрута стала городская свалка, закрытая в начале сентября. В час около 3000 тонн метана и свалочных газов. Здесь необходимо будет устроить станцию по очистке по сбору свалочных газов. На свалке Борис Дубровский оценил готовность объекта к последующей рекультивации. Современные технологии позволят снизить уровень негативного влияния полигона на окружающую среду. По плану захоронения оборудуют системы из множества труб. Она будет фильтровать образующиеся внутри свалочные газы, и в воздух они будут поступать уже безопасными. Затем глава региона осмотрел контейнерные площадки на Тополиной аллее и побывал на новом полигоне в Полетаево. Сюда теперь вывозят челябинские отходы. До 200 мусоровозов каждый день. И уже по итогам увиденного глава Борис Дубровский собрал в правительстве всех ответственных за уборку отходов в областном центре на экстренное совещание.